Псковский десантно-штурмовой полк поднят по тревоге. Боевые машины и личный состав выдвигаются в назначенный квадрат. С момента получения приказа и выхода за ворота части прошло всего несколько минут. Боевые подразделения находятся в постоянной готовности и способны в любой момент совершить многокилометровый марш. Оказавшись на незнакомой территории, механики-водители стараются вести БМД вслед за головной машиной, чтобы сократить риск попадания на минное поле.